Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А тема данного обзора будет светильник из коллекции Evo от производителя Azadna. Это коллекция точечных резных светильников. Предлагается два цвета, это белый и хром. Я вам покажу модель на две лампы, но также в коллекции есть они одинарные в тех же цветах. Светильник полностью из металла, покрытие у него матовое. Размеры светильника 16 см на 7,5 см. Патроны живут 10 из керамики, они будут в комплекте. Максимально допустимая мощность каждой лампы 50 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Лампы здесь немного углублены на 1,5 сантиметра, они не поворотные. Включенным он выглядит вот так. Ну, я бы сказал, ожидаемо ярко. Все-таки сейчас светильник выдает 100 Вт. Поэтому одну такую модель можно рассчитывать на площадь 3-5 квадратных метров. Так как светильник врезной, в потолке необходимо будет делать отверстие для его установки. Здесь можно сделать либо два круглых отверстия в потолке диаметром 6 см, либо оно может быть прямоугольной формы размером 14,5 на 6 см. Глубина посадки здесь будет 8 см. Это то, насколько светильник занимает межпотолочное пространство. Есть две монтажные лапки с двух сторон. Для замены лампочки светильник нужно будет из потолка снимать, так как замена происходит через внутреннюю его сторону. Так, светильник с потолка сняли, лампу просто немного наклоняете, и она выпадает. Здесь есть уплотнительное кольцо, которое ее держит. Точно так же ставим обратно. Лампа установлена. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.